В актовом зале городской поликлиники Каспийска состоялась встреча медицинских сотрудников с председателем Дагестанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России Зумруд Бучаевой. Также участниками собрания выступил главный врач СГБ муниципалитета Расим Рамазанов, депутат городского собрания, заместитель главного врача по лечебной части Марат Дадашев и заместитель председателя профсоюза Каспийской ЦГБ Рамазан Юсупов. На повестке дня был рассмотрен отчет о работе профсоюзного комитета за последние несколько лет, ревизионной комиссии, а также выборы председателя первичной профсоюзной организации и многое другое. В рамках собрания Зумруд Бучаева отметил, что членами профсоюзного комитета должны стать сотрудники всех подразделений. Также присутствующие обсудили вопросы работы и другие актуальные темы.